Уважаемые подписчики, 8 мая, Москва, вечер, и зрители канала мои, всем еще раз здрасте. Вот приехали мы на автостанцию, провожаем нашего Рому Паука. Встречай, родина своего героя. Подпишитесь, ребята, на канал. Здесь будет маленькое видео. Вот, подписчики попросили, чтобы я их не снимал. Вот, мы снимем самого Рому, посадим его в автобус. Билет уже куплен, электронный. Вот ждем 21:30 у него автобус. Всех с наступающим праздником, счастья, здоровья, чистого неба над головой. В Москве сегодня дожди на целые сутки уже льет. Вот. Но будем надеяться, что завтра Владимир Владимирович подсуетится по поводу погоды. Вот. Все будет замечательно. То есть еще один подписчики Владимир и Юлия купили билет Роме нашему. Огромная им благодарность. Дай Бог здоровья, чтобы у них в жизни все получалось по работе. Вот, чтобы все было у них хорошо, добра им, семейного благополучия, детишек, всему самого доброго, светлого. Вот он наш очередной беженец. Ну-ка разберись, Ром. Пошли. Позвони обязательно, да. Давай, еще раз. Вокзалу привет. Да, Салку привет. Все, привет. Подписчик, как ты себя говоришь? Лайки. Да, палец вверх. Не забывайте палец вверх. Балуйкам привет, землякам привет. Давай. Давай, спасибо. Позвони обязательно. Обязательно позвони. Я с другого номера просто позвоню. Да, хоть в рельсу молотком стукнем. Мы нормально. Самогон был. Самогон. Самое главное, самогон. Давай. Провожаем до последнего, блядь, чтобы двери закрылись. Что, блядь, не уедет нахуй. Алкоголик, блядь, наш. Протри окно.
Все, давай. Давай, давай. Давай, шеф, запечатывай форточки, чтоб не убег. Встречай, Родина, своего героя на 9 мая. Всех с праздником еще раз, ребята. Поехал наш паучок домой. Встречай, Белгород. Счастливого пути. Друзья, доброго времени суток вам. Всем спасибо, кто подписался на канал. Кто еще не успел подписаться, подпишитесь. Нажмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. И у нас появилась новая функция. Несколько видосов я буду говорить об этом. Спонсорская кнопочка. Друзья, пожалуйста, относитесь к этому проще. Все YouTube-каналы созданы для того, чтобы зарабатывать деньги. Это первое. Во-вторых, никто не принуждает нажимать эту кнопочку и делать какие-то действия. Это сугубо личная информация, сугубо для тех, кто имеет возможность, а самое главное желание помочь каналу в развитии материально. Чтобы купить какое-то оборудование, чтобы помочь с этих денег нашим подопечным друзьям, которые оказались в тяжелой ситуации. Относитесь к этому справедливо, без каких-то негативных эмоций. Очень много негативных эмоций пишите в комментариях. Ну не хотите вам, не интересна вам эта информация. Кликните два раза на экран в правой стороне экрана, и на 10 секунд у вас перемотается видео вперед. Все, вы не будете видеть и воспринимать эту информацию. Воспринимайте информацию только ту, которая нравится вам. Еще раз спасибо огромное всем. И особенно мужчины. Ну зачем вы пишете тирады по километру, как Лев Толстой, по поводу, какой я нехороший человек, в плане того, что включил кнопку донат. Кнопка донат включается от 6 тысяч подписчиков. Я ее должен был включить еще месяц назад или полтора месяца назад. Посмотрите, когда у нас было 6 тысяч подписчиков. Я это сделал только 2 дня назад. Еще раз повторюсь, необязательная процедура. Никто не заставляет, кто донатит, кто помогает каналу. Эта кнопка принадлежит и предназначена для них. Все, кто не имеет желания и возможности помогать каналу материально, просто пишите комментарии, ставьте лайки. Этим вы толкаете видос наш наверх в рекомендации, и этим вы самым помогаете каналу своими просмотрами наших видео. И сейчас мы пилим очередной видос. Ребята, на улице
8 мая сегодня. Всех с наступающим Днем Победы. На улице кошмардосная погода. Дождь, холодно, ветер. Вот. И я думаю, сегодня никто не приедет к нашим ребятам. На базе там, наверное, я не знаю сколько, но звонили мне ребята, человека 4. Сегодня у Бульбаша день рождения. И я думаю, сегодня никто ни из блогеров, ни из подписчиков не имеет желания и возможности приехать, тем более такая погода. Поэтому я принял решение с наших с донатных денег. Спасибо за донаты всем, ребята. Спасибо Севастополю, Ольга. Огромное вам спасибо. Вчера я получил денежку. Вот сейчас сходил, купил курицу, макаронов. Сейчас отварю, пожарю курицу. Отнесу ребятам. Заварю горячего чая. 2-литровую там какую банку найду. Вот. И схожу к нашим друзьям, проверю. И еще сегодня наши подписчики, я еще точно не знаю, но скорее всего да, изъявили желание помочь Роме, так мы его в интернете прозвали, Пауку, Рома Паук, который отсидел 19,5 лет и никак вот он не доберется домой. То есть сегодня мы его, возможно, проводим домой, купим ему билет, подписчики купят, подписчики нашего канала. Вот. Огромное им спасибо за ранее проделанную доброту и пользу для людей, помощь. Вот. Сегодня мы с ними, надеюсь, увидимся. Ну, сейчас сниму маленький видосик по поводу, что мы приготовим ребятам. И попозже, значит, сходим, отнесем горяченькое. Я здесь рядом нахожусь с ними, поэтому имею возможность там в течение 2-3 минут оказаться на базе. Покормим, поддержим пацанов в такую холодную погоду. Я думаю, это будет достойное действие нашего канала очередное. Все, смотрим видос. Спасибо всем. Еще раз, ребята, пожалуйста, относитесь к этой кнопке снисходительно. Гребаная эта кнопка спонсорства. Блин, ну, если вам интересно, да, там от 250 и выше 4 вида спонсирования канала. Неинтересно вам, ребята, пропустите эту информацию и все. Будьте добрее. Никаких предвзятых у меня нету движений к вам. Есть желание заплатить 250 рублей, стать спонсором канала, ставить там в комментариях веселые смайлики, веселые картинки и так далее и тому подобное. Если вам это интересно, если не разорю я вас на эти деньги, так скажем, да, и самое главное, желание у вас появится, то да, нажимайте кнопку и действуйте, как вам подскажет ваша совесть и внутренний мир. Проще, друзья. Это всего лишь кнопочка. Она есть у во всех блогеров, которые набрали 6000 подписчиков, которые подписались на данный канал. Заметьте, у во всех она есть. И это предстоит всем. Проще относитесь. Всех люблю. Еще раз с наступающим праздником. Итак, готовим ребятам обед. Предпраздничный обед. Жареная курица с макаронами и чай.